Приветствую. Основа любой композиции – это ритмика. То есть он считается как самый низкий пласт музыкального слуха. То есть если мы можем повторить практически любой, даже свежеуслышанный ритмический рисунок, значит, можно говорить о том, что ритмический слух у нас есть. Сейчас мы будем делать ритмическую гимнастику. Сначала перевернем наши листочки на сторону, где написано длительность нот. Смотрите, у нас идет стандартный ритм. Если кто когда-нибудь ноты видел, то там написано в начале нот, четвертная нота равно 60, 70, 80, 100, ну всякие там, адажу, адантес, аллегретто, ритмы, вот как по-итальянски их изначально называли. А каждое из этих названий соответствует количеству ударов в минуту. Стандартно, как вот вся старая школа, даже преподаватели вокала, музыкальных инструментов, ритмических, духовых, я просто неоднократно такое видел, слушали секундомер. Секундомер у нас выдает ритм 60 ударов в минуту. 9 мая мы видим 120 ударов в минуту. Это ритм военных маршей. Соответственно, это можно просто в секунду вот прислушаться к механической стрелке часа. И то есть раз, 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 раз. И это и будет ритм 120 ударов в минуту. То есть метроном у нас часа. Если мы умудряемся три раза просчитать каждую секунду, это уже соответственно 180. Если мы считаем в секундную стрелку, например, за 3 секунды мы раз считаем, это уже у нас с ритмом 30 ударов в минуту. Соответственно, по какой же из этих нот написанных у вас считается ритм? Ритм считается в среднем по четвертым нотам. Это третья сверху строчка, четвертные ноты. То есть у нас, можно попробовать вот так, топать ногой и наклоняться. Представляем, что мы сами являемся этой стрелкой метронома, большой тяжелой стрелкой с грузиком, от положения которого зависит наш ритм. А теперь можно куда-то на руку положить, хлопать одновременно с рукой. Считаете это так, как, собственно, написано. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Мы сейчас считали примерно где-то 60 ударов в минуту. То есть, соответственно, равная секундная стрелка. Сейчас, секундочку. Ань, давай. Давай. Сейчас у нас будут длительности нот. Целая нота. Соответственно, это один удар рукой и четыре удара ногой. То есть получается раз. И два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Она иногда встречается в наших песнях, когда нам нужно тянуть длинную ноту. То есть мы на нее выходим, вошли в тот такт, так называемый, ритмический, и тянем ее. То есть там эстрадные песни, соответственно, современные песни. Везде она может встретиться. И нам ее надо дотянуть. Из-за того, что люди не дотягивают ее, они спешат вступить в ту ноту, которая идет после нее. В итоге сбивается с ритма. Соответственно, половинная нота, следующая строчка у вас на. Один удар рукой, а два удара ногой. Затягивают ноту. То есть нота должна прозвучать быстро. Нота должна прозвучать быстро, а мы ее тянем.
И у нас быстрее, вот четвертая строчка сверху, вдвое быстрее, чем наша четвертая нота, идут восьмые ноты. То есть получается так, хлопок на стопу, стопа поднимается на и тоже удар. Получается та, и, ба, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Ну, соответственно, когда на наступание ноги и на подъем мы ударяем не один удар, а уже два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это у нас уже получается 16-я нота. То есть три. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, три, три. Сейчас на экране, ну да, на ваших листочках на другой стороне будут разные ноты. Каждая нота будет изображена в виде ударного инструмента. Будут попадаться сложные ноты. Например, мы с вами поняли, что такое восьмая нота, это та, и, та, и. Но будут встречаться их совпадения. Восьмой и шестнадцатый, например, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая фигура. Та, 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 та. То есть получается, мы вместе с ногой опускаем одну, а на поднятую ногу мы два раза ударяем. Также восьмая с точкой шестнадцатая. Синкопа. Они встречаются во многих песнях и во многих песнях вокально-инструментальных ансамблей. Та, 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 та. Очень много это слышали. Синие птицы, пламени, цвета. Этого просто много. Получается, это те же самые две восьмые ноты. Просто половинка от одной восьмой ноты ушла в другую. Та, 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 та. Как будто пытаемся кого-то поймать. Та, та, та. Та-та, и в следующей фигуре вот эта вот половинка от этой восьмой ноты перешла вперед. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это получается 16 и 8. Начинаем. Сейчас в начале будет отсчет. Пустой такт, так называемый, и потом начнется звук. Вот мы слышим ногами, мы будем слышать метроном, будем отбивать, а руками мы будем отбивать звук этих ударных. Вот будете слышать, тут вот тарелка крэш, открытый хай-хэт, малый барабан. Начинаем. Ань. И раз, два, и
А сейчас будет применение этой ритмической гимнастики.